большое. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно. Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей –